В России пострадавших от чрезвычайных ситуаций освободят от подоходного налога. Правительственный законопроект в первом чтении приняла Государственная Дума, передает телеканал «Мир-24». Согласно предлагаемым поправкам в налоговый кодекс, не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральных формах, а также в виде материальной выгоды, включая доходы в связи с прощением долга, полученные налогоплательщиками, которые пострадали от терроризма, актов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также гражданами, которые являются членами семей таких пострадавших. Кроме того, в перечень дохода, не облагаемых НДФЛ, будут включены доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физических лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджета. Законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина после встречи с пострадавшими от наводнения жителями Иркутской области. Важно, что закон будет иметь обратную силу, и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавние наводнения в Иркутской области и лесные пожары в Сибири, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.